Здравствуйте, здравствуйте. Это Клондайк Андроид. К нам опять пришла обнова. У нас новый остров, музей Клондайка. Ну, тут нам только что рассказывали про зарождение Клондайка. Новое, как говорится, задание. Все новая токовая постройка, которую мы строили и, наконец, не построили. Кстати, пришел помощник. Он готов помочь. Но я пока не поняла, куда бы нам пойти, чего бы нам поделать. Наверное, нам все равно надо везде идти, так что давай встанем где-нибудь. И сейчас я с ним поговорю. Пускай помогает, раз приехал. Будем смотреть рекламу, а что делать? Ну, как всегда, стреляет не совсем там, не совсем ту. Хоть в этот раз более или менее удачно. А то прям у него постоянно какой-то косит. Косит наш товарищ. Ну, лучше так, чем никак, правда? Открываем чего-нибудь. Вот эти, кстати, красоты, по-моему, стоп. Да, они идут для строительства. Ха! Денег, вернее, нет энергии. Сейчас подарки наоткрываем все подряд. И глядишь, энергия найдется. Ха! Нам туда еще надо. Нам сюда еще надо. Кстати, подарков тут обычно, как заходишь, сразу много. Это потом попробуй найти. Тем более у них как музей Клондайка. Должны давать хорошо. Дяденька. Потом. Так, дяденька. Частично готовы к обмену. А тут что у нас? Ну, такое себе. Ой, тут у нас тоже еще. Да я только заехала, и сразу получается, знаете, как ничего не чистила, ничего не делала. Открывала. Я представляю, сколько там у меня наоткрывалось заданий. Даже затрудняюсь себе представить. Ну, сейчас посмотрим вместе. На задание, на подарки. Вот раз, ой. Так, два, три, четыре. Все? Кинта, что у нас? А, и что, убрал все? Да? Так где ж вы раньше были? Раз, два, а три где? Кто будет три? Вот, три. Первое задание, ну, прям легкотня. Мы спасибо им за это. Так, соберите наборы. Собираем. Это что за тряпочка? Кто постелил тряпочку? Ладно, с киркой потом. Так, и постройте на аэростадию, начните создавать символ. Всегда готовы. О, я, кстати, еще нашла подарки. Открывай. И вот еще звездочка, открывай. А тут будем что-то варить? Варить, ва... Нет, ну ладно. Могли бы и варить. Это что? Так, кстати, это что? Ой, монетки. Жетончики будут за подарочки. Хорошо. А, кстати, на следующей стадии сколько надо? Три. Давайте мы их откроем сразу. И получим, типа, следующую стадию, еще энергию. О, я еще подарок нашла. А книга читать будем? Да ладно. Так, построить. Так, тут кручу, верчу. А билеты у меня вообще есть? Да, кручу, верчу. Динамит хочу или 100-120 энергии хочу. 25. Ну, знаете, 25 тоже хорошо. А, за мультики тоже готов. Кручу, верчу, выиграть хочу. Ну, это, конечно, очень скромно. А, кстати, билетики у нас выпадают при расчистке. Я правильно поняла, да? То я как-то даже не это. И не туда, и не сюда. Так. Ладно, давайте посмотрим, что мы еще можем придумать. Соберите, верните. Ладно, соберем, вернем. А что-нибудь есть другое там? Вот. Получите несколько золотых жетонов. А получить мы их можем за задание, по-моему, да? Ну ладно, значит, все, я поняла. А что, всю ту ступку заданий мы уже прошли? Какие мы молодцы. Однако же. Так, а энергии-то ни о чем. О. Восполняем. Так, будем подсматривать, потому что с энергией вообще. Ага, мне еще сюда, я поняла.
Тихо. Так старались, так старались. И не хватило, да? Ладно, сейчас бегаю домой, посмотрю, что дома. О, вот смотрите, еще какой-то сверток. Такой незаметный. Там была какая-то карточка. А с этих ничего больше не выпадает. Выпадает. Надо понажимать. Тут еще дяденька тут с подарками созрел. Это что? Ой, это потом. Вот еще два подарка. Тут, знаете как, смотреть надо повнимательно. Давайте так сделаем, и мы сможем увидеть еще где чего. Вот, я таки пропустила. Потому что там в кусты или еще что-нибудь. Или просто быстро бежала и не заметила, тоже как вариант. Это что за повозка? Ладно. Так, мультики потом будем смотреть с рекламой. Не хочу. Я так понимаю, так, подожди, тут угол, который я чистил. Вот он. 12. Ну, просто 12 не поможет. Ладно, я домой. Так, домой-то я приехала. Давайте теперь быстренько заценим, что там надарили хорошего. Так, а подарков всего несколько пока, мисс. Это не считается. А вот коробочка, да. Конфетка. Открываем. Немножко энергии все-таки подсыпали. Ну, очень мало. Сколько у меня ускорялок? Ускорялок? Ого, 144. Ну, прям удивительно. Так, тут вообще ни о чем. А тут что-то о чем, но очень мало. Но обратите внимание, льда нет как такового вообще. Я тут стараюсь сейчас с поросятами поговорить. Что расскажут? 7. Ладно. Я так, конечно, их подкормлю. А что делать? Ну, потому что, ну, хочется, знаете, энергии почему-то. Да, кстати, корма я им наделала. Еще стараюсь, аж, понимаете, так их ускорять, чтобы не зацепить птичку, которая постоянно пытается за счет кого-то, как говорится, ускориться, чтобы побыстрее. Птичка и так быстро, поэтому зачем мне ее ускорять? Я стараюсь тратить только на поросят. Обычно по несколько штук беру сразу. Это что-то я одного взяла. Два. Третьим кто будет? А где мой третий поросенок? Куда-то. Вот он, потерялся. Ну что, будем соображать на троих. Стоять. Мы не разбегаемся. Что это за манеры такие некультурные? Тут вас кормят, понимаете ли. А они при этом пытаются сбежать. Нет, чтобы поесть и резко позолотить. Так, есть. И еще чуть-чуть. Очень здорово. Так, первый я нашла. Вот рюкзак. Еще надо 12 ударов, чтобы его получить. Ладно, ладно. Так, 14, 14. Это я еще такое видела счастье. По-моему, вот тут. Да, ну сейчас я уточню. Нет. Опа, еще открыли. Сейчас еще задание добавится. Ну, сейчас главное рюкзаки давайте уже, чтобы монетки эти получить. Очень бы сильно хотелось. Реки Клондайка. Я за вас рада. Так, добро пожаловать на золотые реки. Ага, реки, сильные берега. Деджери Майк. Так, мы старатели не узнавали. Так, моя школа. Давайте подарки открывать. Ждем, с чего ждем. Ладно, ящик откроем, вот это откроем. И вот это тоже блестит. Откроем, вот это мы еще вчера открыли, а это еще позавчера. Хорошо. Да потом меняться. Нам надо 5. Ой, я не вижу здесь. Они показывают дрова. А, ну хорошо. Дрова мы заполнили. Хотя даже я бы не поняла сразу, зачем, но я
Потом поняла, что такое задание. Вот еще дрова. Мы их еще не нашли. Все, дрова будем искать потом. Давайте тут с сундуками разберемся, с этими рюкзаками. Так, три рюкзака. Еще два. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 10-10. Вот. Ха, мне не хватает одного удара. Дайте удар. А, кстати, куда идут вот эти картинки? Я еще не увидела. Я потеряла, где мое кручу-верчу, обмануть хочу. Это не то, это не там. Ой, это вот тут, да. У меня 34. Давайте мне энергию. Динамит, динамит. Ну, я так не играю. Да ладно, это тоже хорошо. Ну, хотела динамит. Да нет у меня больше. Да потом. О, дяденька, я вас не заметила, что вы уже счастливы. Так, ну что, теперь сюда нам. 12, 10. Тут у нас сразу два в одном. И досточки. Тихо-тихо, вот это берем. 5-1 удар. А досточек что-то двое, да? А когда будет один удар? Там 16 секунд. Так. Поехали. И... Да, нет. Походу, да. И еще раз, да. И на ентом опс. А на ентом можно чего-то делать. 10 минут. Так, ладно. Подарок. Понятно. Золотой жетон выполнить. Так, собери все жетоны, заполни ими золотую шкалу. Так, получить. Так, получите и распишитесь. Мы начинаем заполнять шкалу. Заполнить. Ну, 10 энергии это немного, но лучше, чем ничего. Так, и нам за ента подарочек. Так, а тут что, соберите лоточечки. Ха-ха, для этих лоточков надо куда-то дойти. Так, подождите, мы тут еще плюшками балуемся. У нас тут еще раз, два деревяшечки. Ой, что-то я задание вообще потеряла это. А где задание одевается-то? Алло, вот наши эти. Или это не задание? Ну, я же это делала. Значит, задание. Вот еще. Обидно, подарка не вижу за это дело. Тут я могу опять покрутить. Дайте 100 энергии. Дайте динамита. Ой. Ну, конечно, загнули они с подарком. Что я могу сказать? Ладно. А зачем эти лошади, кстати, убираются? Я не знаю, но вот что-то надо с ними. Кстати, вот тут у нас идут задания, которые мы не подкрывали тоже. Смотрите, вот сколько сразу оптом, следующая 450. Для этого надо что? 4 лошади. Вот, 2, 3 и 4. Кстати, жетончики тоже выпадают, так что приятный бонус. А ты чего? Одинокая наша, ой, лошадка. Так, давайте еще подарок заберем. Ага. Усадить гномы на стулья. Мне не хватило энергии. Так, тут у нас. Ну, подарочные коробки, рюкзачок. Стулья я нашла. Гномы не обнаружены. Ладно. Есть. Первый пошел, второй пошел. Ну, посадим. Он какой он веселый сидит на стуле. Гном. Так. С гномами мы закончили. А, 450. Ой, а тут мы еще, кстати, да, не спустились. Мы начали спускаться. И потом что-то нас остановило, и мы прям сказали стоп! И дальше не пошли. Ой, я честно растерялась, а куда пойти, куда не пойти в первую очередь. Везде хочется. Ой. Так, лоточечки все. Короче, нам на низ уже, да? Ладно. Так у меня уже энергии нету для этих целей.
кстати, еще идет у нас вот подарочки по процентам опять. Один жетон, 100 энергии, 2 патрона, 2 динамита. Подарки хорошие. В принципе, хочу вам сказать, что ресурсов, ай-яй-яй, как много надо убрать, чтобы получить все подарки. Ну, еще не факт, что получишь, потому что у меня было такое, что я все убрала, а подарок мне не дали. Поэтому тут как повезет, скажем так. Где еще такое прелесть? Ой, там еще и наверх. Ух ты! И это ж сколько нам тут еще гулять-то? Типа гулять, не перегулять. А проходик я что, пропустила, да? Здрасте. А вход? Так, сейчас найдем. Или не найдем. А я его не вижу, если честно, пока мисс на ту сторону. Вот так подозреваю, что он где-то есть. Ну. Только где? Я даже не догадываюсь. Ладно, со временем он обязательно найдется. Вон тут у нас переход тоже какой-то. А, мы тут под землю будем спускаться. Так, чух, и, наверное, поехали. А у нас огонь. А что мы не зажгли? Таланта не хватило, да? Теперь будет огонь появляться. Не было такого решения зажечь огонь? Нет. Так, лошади. Вот, трава. Трава у дома. В общем, лошадей мы тоже покормили, если что. И за это тоже получим подарки. Скромные, но все-таки. А тут будет за это? Да. И вот мы получили еще подарок. Ну, тут видите как. Сначала идет всегда быстро, а вот потом уже ягодный пудинг. Где? В общем, где-то, когда-то, потом. Ну, это будет уже другая история. А сейчас мы застряли. Потому что закончилась вся энергия. И теперь ее надо типа долго и уверенно добывать. Или пойти что-нибудь поменять. В любом случае нам домой. В любом случае. В общем, я за энергию. Видео мы заканчиваем. Всем пока.